Всем доброго здоровочка. В этом году я вплотную столкнулся с таким вот инструментом, которым мне пришлось немножко поработать, который называется секатор. И как оказалось, извините, я в перчатках, потому что на улице холодно, а уже как бы руки мерзнут. И как оказалось, я не совсем умею с этим инструментом работать. Точнее, не знаю некоторых нюансов, которые нужно знать. И вот, собственно, вот этими хитростями и тонкостями хочу с вами поделиться. Возможно, для кого-то это будет новость, а возможно, для кого-то, как говорится, повторение мать учения будет. Собственно, в чем же хитрость работы с секатором? Во-первых, нужно понимать, как работает сам секатор. У него есть, как у ножниц, таких две половинки. Но в отличие от обычных ножниц, которыми мы режем там, бумагу, например, у секатора режет только одна часть, в данном случае верхняя. Вот эта часть секатора острая, а вот эта часть тупая, она более такая толстая. И когда вы ставите веточку, нажимаете секатор, производите обрезку ветки, то веточка о нижнюю часть секатора, вот этой вот полудуги, просто опирается, а вторая часть производит обрезку. Вот и все. Поэтому, во-первых, нужно, чтобы ваш секатор был острый. Во-вторых, сейчас вот покажу на дереве, на примере дерева, вот эти остальные нюансы. Ну вот я нашел какое-то деревце, и вот на примере этого деревца вам покажу, как нужно пользоваться секатором. Первое. Вот эту острую часть секатора, которая режет ветку, нужно всегда держать к направлению дерева. То есть, если вам, допустим, нужно обрезать вот эту веточку, вот эта часть у вас отойдет, а вот эта останется на дереве, значит, острую вот эту часть нужно держать к дереву. С чем это связано? Потому что вот когда ветка ложится на нижнюю вот часть секатора, и когда производится разрез ветки, то та часть, которая лежала с левой стороны, в данном случае, она немножко так деформируется, сдавливается. И если вы будете резать наоборот, с вот этой части, то вот так, да, то та часть, которая останется у дерева, веточка, будет деформирована в этой части. И это нехорошо как бы для дерева. Поэтому всегда держите режущую часть к направлению к дереву. Если вам это неудобно, всегда можно резать в обратную сторону. Например, вот так. Ну, то есть, обернули секатор и провели обрезку. Но в лучшем случае, конечно, лучше держать традиционно вот так. Второй аспект, что очень важно. Обычно ветки обрезают так называемые на кольцо, то есть вплотную. Вот, допустим, если нужно обрезать вот эту ветку, которая по отношению к этой центральной ветке, никто не обрезает ветки вот так, то есть там оставляя вот такой сучок обычно. Ну, там оставляет больше, там 3, 4, 5 почек и так дальше. Если нужно обрезать вплотную, то опять же, если вы будете держать вот эту часть острую к дереву, вы обрежете вплотную к дереву, вот так. Потому что, если вы будете держать наоборот, тупым концом, тупой частью секатора к дереву, то у вас не получится вам обрезать очень плотно. Вот я сейчас попробую. Вот я режу сейчас неправильно. Вот так я беру и режу. Видите, у меня остался... Сейчас вот остался у меня большой отросток. Это неправильно. А вот если я буду резать сейчас правильно, вот так вот, острой режущей частью секатора буду близко к дереву, вы сейчас... Мне удается близко привести секатор к ветке и произвести обрезку. Видите? То есть здесь, если сравнивать вот эту обрезку, вот здесь миллиметра 4-5 ветки, то здесь вы видите, что ничего нету. Опять вот, допустим, обрезать нужно. Правильно. Обрежу. Сейчас. Видите? А вот сейчас обрежу неправильно. Ой. Вот сейчас обрежу неправильно. Вот, видите, какой зазор здесь остается. Вот это я обрезать не могу. Вот.
остается. Вот это неправильно. Вот это основной как бы аспект работы с секатором. Ну и последнее, что хочу сказать, что старайтесь всегда секатор держать сухим, чистым. После обрезки всегда протирайте спиртом, например, или влажной салфеткой. И когда секатор высохнет, можете уже закрывать и ложить на хранение. Я вот, как вы видите, однажды не помыл вовремя секатор. Он у меня в рюкзаке пролежал там, по-моему, сутки. Я достал, и он уже покрылся немножко такими пятнами. Ну, естественно, нужно секатор, чтобы был всегда острым. Но я думаю, когда буду точить на весну уже, на следующий сезон секатор, то я, наверное, сниму по этому поводу еще одно видео. В принципе, это кратко все. Спасибо, что смотрели. Увидимся, пока.